Сотрудники железногорской полиции вернули мужчине сбежавшую собаку. Породистый пес бегал в одном из дворов города, об этом жители сообщили в полицию. Патрульно-постовая служба и кинолог приехали на место и забрали собаку. Питомец провел ночь в полиции, а его фото разместили в социальной сети. Однако быстро найти владельца не удалось. Стражи порядка угостили собаку своими припасами, а с утра вывели на прогулку. Утром поиском владельца присоединились администраторы всех городских пабликов. И вскоре питомец радостно вилял хвостом в объятии хозяина. Мужчина рассказал, что его не было дома, когда пес вырвался во время прогулки с его отцом. Как вы узнали, что он в полиции находится? Через соцсети. Видели объявление, да? Да, ВКонтакте. Счастливы? Да. Что все хорошо закончилось? Конечно. Что хотите сотрудникам полиции сказать? Спасибо большое, что не оставили в беде собачку.